День памяти мотоциклистов «Свеча памяти» проходит уже 7-й год. Каждый год мы собираем все больше и больше народу. В прошлом году у нас было порядка 500-600 мотоциклов, в этом году приехало уже по 1000. С каждым годом, к сожалению, гибнет нас тоже больше. Есть дорожные проблемы, автомобилисты, которые не смотрят по зеркалам, перестраиваются куда угодно. К ним скорее это обращение. Ну и также напомните о том, что мы друг друга помним, мы хотим жить, нас ждут дома. В 2008 году, когда проходила первая акция, мы ее сделали буквально за 3 недели. Придумали ленты, тогда они были зеленые с черным, сейчас немножко цвета поменяли, сделали красные с черным. Ребята просто обычные байкеры, те, кому не безразлично то, что происходит в Москве. К сожалению, на стене присутствуют те, кто очень много помогали с самого начала. Финансово мы собираемся тоже как бы на байкерские пожертвования, это кто на что способен. Ну, вот так вот собираемся в таких количествах народу, просто вспомнить и напомнить опять же о себе. Скалин Иван, с первого дня предложения проведения Дня памяти мотоциклистов участвовал с самого начала, довольно-таки очень большой вклад сделал в первую акцию. Павел Фролов погиб тоже в этом году, к сожалению, как раз 2 человека в этом году погибло у нас. Тогда, когда акция начала понемножечку умирать, и как-то байкеры немножко стали немножко привзято относиться, да, Павел Фролов сделал очень большой вклад и очень помог в проведении. Вот. Ну, а остальные ребята как бы в основном занимались рассылкой, каким-то сбором информации, да, ну, приезжали, поддерживали, рассказывали, привозили друзей, кому-то кто-то объяснял, как нужно правильно ездить. Ваня также продвигал все это на BMW-клубе. Здесь сегодня находится его жена. Да, я хотела бы сказать огромное спасибо ребятам, которые все это организовывают, которые все это придумали много лет назад. Это действительно очень важно для нас, для родственников, для друзей, для тех, кто всегда был рядом с этими людьми. Они очень много значат. И благодаря этому дню мы можем вспомнить их и дать им понять, что мы помним, мы будем помнить всегда. Вот, спасибо огромное ребятам. Это замечательный день. День памяти, день свечи. Я хочу сказать спасибо всем, кто помогал, потому что на самом деле отзывчивость мотосообщества очень поражает, очень сильно удивляет.
в любое место, куда я обратилась за помощью, да, то же самое Крутицкое подворье приняло нас с доброй душой, сделало все просто на высшем уровне и дали нам возможность для проведения данного мероприятия.